Всем добрый день, всем здравствуйте. Вы на канале Дневник обычной женщины. Меня зовут Ирина. Я живу в город Караганда, Казахстан, и снимаю влоги о своей личной жизни. Сегодня у нас 3 января уже. Я первый день отдыхаю. И сейчас к нам в гости придут сестренки с детьми. Мы хотим накрыть небольшой стол. Подделать там кое-чего. Пару салатиков нарежем, пряничный десерт с бананами сделаем. Я, кстати, обещала показать вам его. Уже неоднократно показывали, но еще некоторые подписчики писали. Покажите, как вы это делаете. Вот сейчас мы его быстренько на камеру и сделаем. Всем привет! У нас хорошее настроение, мы хохочем. Нам тут замечания за замечанием делают. Я смеюсь, говорю, мы руками бананы чистим, а надо в перчатках. Вот, блин, вообще, кто нас допускает к этой кухне, я не знаю. Где нам взять? Пошли в ресторан, бросайте, грязное дело. Ну что за народ, а? Вот сейчас начистим, быстренько десерт сделаем, а потом основное мясное блюдо и будем встречать девчат. Сейчас буду крем взбивать. Сметану вчера мама купила пятнашку. Все магазины уже полупусты, видать, перевозов нету. Двадцатку не нашла, хотя сюда надо двадцатку. Ну ничего, собьется, наверное, и это куда денется. Стоять неудобно, сидеть неудобно. Просто баночка сметаны и стакан сахара. Сахаром. Ага, блендер не достанет. И вот так взбиваем, пока не станет густой сметаной, и так овес не разойдется. Потом будем резать пряники дольками. Ну, сейчас покажу я. Все сложим в прозрачную форму. Вуаля. Свои 5-6 часов и готов. Не знаю, девочки, что у меня тут разбивалось. С пятнашкой я еще никогда не делала. Но думаю, что должна она застыть. Или что вы думаете, взяла какую чашку, я которую подготовила под десерт, а вот под крем. Все перепутала. Вот такой. У нее болит зуб, она от большого количества лекарств уже, по-моему, не соображает, что делает. Пьет лекарства каждые полчаса. И ведь надо ж попала опять на праздничные дни. До какого теперь? До 9 не попадешь? Ну, они-то работают, я потом просто тоже работаю, не могу. Помыла форму. Буду резать первый слой банана, но это все вот так просто делается. Быстро режешь бананы и слоями перекладываешь с пряниками, пропитываешь сметаной. Получается очень вкусно. Кто пробовал уже, все писали, что всем понравилось. У нас бананы уже переспели, мы их купили, еще хотели на 31-е делать. Но так и не сделали. Все планируешь и ничего не успеваешь. Я ложку не взяла для этого. Сейчас возьму. Для своей сметанки. Не знаю, что-то мне кажется, что жидковато, но мне кажется, она застынет потом в холодильнике. Она должна постоять часа 4, а то может и 5. Все, вот так режем пряники. Там многие пишут: пишите рецепт, наговаривайте. Мы всегда, когда что-то делаем, всегда, я лично вот всегда рассказываю, вот это мы вот так порезали, вот это. Просто, ну, количество продуктов вы уже корректируете сами. Кто-то, может, хочет сделать 5 таких тарелок, а кто-то меньше, чем это. Поэтому мы не профессионалы, мы сами ничего не взвешиваем. Все делаем вот так интуитивно, на глаз. Вот сегодня
нужна нам вот такая тарелочка, делаем такую. Иногда две делаем. Все зависит от ваших возможностей и желаний. Так, закончила я свой шедевр. Смотрите, что у меня получилось. Но оно должно быть все вот так вот пропитано. Видите, мне немножко не хватило крема. Я хочу сейчас вот так положить сюда целлофановый пакетик, вот так придавить, тогда его хватает. И поставить, хотела пленкой, нет, я сейчас просто поставлю тарелочку, как пресс, да, и все. И уберу в холодильник, даже пленкой не буду делать, зачем. Вот, видите, теперь он полностью пропитается. Ну что, сюда ушел один пакетик пряников. Мама купила два вот таких. Тут что, по килограмму или по полкило? Нет, ты что, грамм 400, наверное. В пакете, да? Угу. Ну вот, в общем, один пакетик пряников ушел. Баночка сметаны, стакан сахара, штук 5 бананов и один киви у меня был. Я вот его наверх вот так сделала. Все. Можно еще в крем добавлять ванилин. Я что-то не нашла. Есть где-то, заложено все у нас, блин. Не нашла. Девочки, вот, решила еще раз показать поближе. Вот, я, видите, все продавила, теперь крем попадает и наверх. Сейчас пакет сверху и груз какой-нибудь поставлю, все, и уберу в холодильник. И вуаля! Смотрите, какая у нас сегодня погода. Сколько снега. Настоящий буран. Ну, сейчас что-то ветер, видимо, притих, а до этого было прям сильно. Дул прям со снегом, с ветром. Вот наше крыльцо все занесено. Такая у нас погода. Девочки, делаю салат мимоза. Поздно включили камеру. И, в общем, первый салат у меня... салат. Первый слой у меня консерва, лучок, картошка и белок от яйца. Морковочка. Сейчас промажу еще раз майонезом. И сверху этот потру желточек. Все. В прошлый раз мне писали, что я на шубу много майонеза положила. Ничего не много. Это домашний майонез, он не такой жирный, как магазинный. Он даже не ощущается. Все вот, кто ел, все сказали, что вкусно. А я сама не люблю, когда вот иногда где-то в кафе, раньше вот там заказываешь и сплошное, плавает аж все в майонезе. Нет, девочки, я баланс держу. Просто вот его размазываешь, он кажется, что я много взяла. Вот видите, я его размазываю, получается тоненьким-тоненьким слоем. Ну как, вот я считаю, еще сюда надо подбавить, чтобы хорошо он пропитался. Это так, на скорую руку салатик. Сейчас еще крабовый порежу, картошечку отварим. Там мама мясо в казане потушила. Все, колбаску подрежем. Так, ну и вот я самое больше люблю момент, когда надо украшать. Любое блюдо, когда надо украшать, мне это очень нравится. Ой, вот это, видишь, какой страшный. Перчиком, да? Зеленый аж. Переварили немного яйцо. Это, видимо, одно было вперед сварено, да? Второе, да, сейчас варили. Поэтому я смотрю два раза. Ну ничего, вот. Конечно, когда свои домашние яйца, красиво получается. Так у меня рука и тянется залезть туда. Но не буду. Я исправилась. Вот. Приступаем к крабам. Хотим отодвинуть все, чтобы стол поставить. Что, собаки гавкают? А, это мы гремим, а они уже гавкают. Подожди, убери штуку. Подожди, не этот, дочь. Почему? Ну, за это мы не уместим. Ты что? Ой, что такое разводить? А что тут? Вот только все это убрать и все. На столик ставь. Пойду выключу. Так.
красота. Тряпочку неси. Стол вытереть. Все, сейчас расставим, все быстро горячее уже у нас валится. На горячее мы отварили цельную картошку, нашу домашнюю, и обжарили ламану в казане мясо. Также достали скумбрию, колбаску, сырок порезали, вот, два салатика. Все, весь наш праздник. Вот пришли наши гости, которых мы ждали. Всем привет! Здравствуйте, всех с Новым годом! Садимся, будем пить компот. Это наша гостья Оксана. Ну, ее уже все знают. А я сейчас буду дарить подарочки. Надо туда встать, наверное. Ну, костюм Дед Мороза одевать не стала. Так, сейчас пока разберусь. Мамочка запуталась. Так, это подарочек для моей крестницы Яси. С Новым годом! Все, надо громко говорить, чтобы все слышали. Так, это для моей сестренки Оксаночки. Ой, с Новым годом! Ух ты! Ура! Это для моей Софички. С Новым годом! Я один подарок потеряла. А, нет, не туда положила. Это для Аминки. Спасибо. Витаминки. С Новым годом! И это для Аминкиной подружки. С Новым годом! Она такая же. Все, теперь все садимся за стол, будем кушать. Ну вот так мы на быструю руку здесь сообразили, что, мам, мне что было под рукой. Будем вместо шампанского пить компот. Катя, ты будешь холодильник? Мам, захвати ложку! Я уже несу вам ложку. Наложить картошку. Черпайте. Кому? Яси, будешь? Все, девочки, мальчики, всех еще раз с Новым годом. Всем приятного аппетита. Ура, ура, ура. Садимся пить чай. Что-то накушались. Так, дети, вы будете чай? Я не пью чай. Но десерт иди покушай. Тортик мы такой сделали с бананами. Бананчиками. Ну, пойдем кушать торт с бананчиками. Тогда надо блюдце достать. Я там посмотрела, там что-то не нашла. Там нету, надо отсюда доставать. Оксана у нас на разливе сегодня. Я хочу, чтобы ты в разрезе показала этот десерт. А нож ты принесла? Ложкой большой, наверное, не ножом. Да? Да, ножом не сможешь. Ложки нету здесь тоже, а да? Чтобы я, что ли, есть? Конечно. А где ты что делаешь? Вот видите, он пропитался и получается теперь прям как десерт. Его даже резать не надо. А все-таки не застыла эта сметана, да? Нет, мне кажется, это просто фрукты дали сок. Ну, и мало постоял. Что он 3 часа? 5-6 часов, да, должен стоять. Соф, ты идешь? Такой же на вкус. Десерт, пошли, смотри, какой тетя Ира сделала. Угу, да? Очень вкусно. Ну все, сейчас я сама попробую, оценю соф, уже. Пряники, просто меня просто смущало, что сметана не жирная. Ну. Соф, ты идешь? Софа. Ну вот и все, ребят, прошел еще один день из нашей жизни. Только что проводили гостей, сейчас будем мыть посуду, попьем еще раз чаечек и все, и на боковую. Время у нас уже почти 8. Будем отдыхать. Хочу сказать большое спасибо новым подписчикам, которые подписались к нам. Скоро мы достигнем задуманной цифры, уже приближается. Думаю, вот-вот на днях, наверное, это случится. В общем, всем-всем большое спасибо за подписки, за лайки, за комментарии, за обратную связь. Ну, а на сегодня все. Всем пока. Пока.